Всем привет! Сегодня я к вам лицом. Ну, чуть-чуть, совсем. Ну, почему? Потому что, конечно, у меня красивые волосы. Не знаю, сколько это продержится, сколько у меня будет настроение быть с розовыми волосами. Вот, и поэтому зафиксирую чуть-чуть. Вообще, на самом деле, будет сейчас распаковочка. Немножко у меня тут беспорядочек, надо наводить порядок. Вот, пришла мне вот такая вот посылка. Не знаю, что там. Я вот пыталась тут немножко раскрыть. Коробочка там, коробочка. И думаю, что, может быть, это материалы от My Hobby Point, потому что, ну, я еще несколько жду. Я жду посылочку со новогоднего скрап-обмена. Все еще февраль же, все еще не пришла мне. Так, у нас здесь подписано, что это мне. Такая вот коробочка. И жду также посылочку как раз от My Hobby Point. Ну, вернее, это была закупка. И что еще я жду? Ну, с Али я жду еще, но это не Али, это Москва. И сейчас посмотрим, что же там. Переключаю камеру на стол и буду распаковывать, и, если что, пробуем. Так, итак, сейчас я распакую. На самом деле, что? Видно, что до сих пор мне не пришел один новогодний скрап-обмен. Не из-за того, что, ну, как бы, жалко, что там материальных каких-то ценностей, да. Из-за того, что я это отправила человеку, а мне не отправили. Вот поэтому обидно. Так, вот так вот все. Коробочка здесь. Вот так запаковано. Еще запаковано. Да, да, смотрите. Да. Сейчас. Но, на самом деле коробочка была легкая. Вот, я. Так. Вот так все. Целая кучка всего. Целая кучка. Так, вот такая вот пудра. Супер мелкая для эмбоссинга. Бирюза. Вот так вот она выглядит. Сейчас я все это попробую. Так, дальше. Опять шоколад. Вот такой вот шоколад. Супер мелкая. На самом деле супер мелкая. Ну, не знаю. Я уже забыла, честно сказать. Я заказывала, по-моему, еще в декабре, что ли. Так, здесь сирень. Вот. Брала я уже беленькую. И серенькую, супер мелкую. Но на самом деле покупни, мне вот почему-то больше нравится. Так, это у меня декоративный воск для тонирования, патинирования, картона, бумаги, дерева и черный в золоте. Вот так вот выглядит. Так. Это тоже воск. Малина. Но я не знаю, не уверена, что я именно это выбирала. Почему-то я уже все забыла, что я там. Я точно выбирала наборы алкогольных чернил. Так, Старик и Море. Вот такие вот оттеночки. 4 штучки. Вот они. Сейчас тоже буду пробовать. Здесь у нас духи земли. Вот такие вот оттеночки. В общем, на самом деле коробочка небольшая, но тут всего много. Но здесь что-то все прикольное. Ну, в My Hobby Point я некоторые вещи купила, да, и использую. Вот. Что я использую? Текстурную пасту. Ну, она меня устраивает. Во-первых, недорогая, большой объем. Вот это все алкогольное чернила. Так, вот это вот состав для эмбассирования. Вот что мне хотелось. Вот так вот выглядит. Кто уехал? Вот так. И вот такой вот. Типа, так, возьмите чернильную новую или высохшую подушечку, промойте, подсушите, налейте состав в подушечку, дайте и далее по назначению. Промокните штампик, поставьте оттиск, посыпьте пудру и запекайте. Так, у меня уже просто подушечку я уже убрала с рук, и она не новая была, и, в общем-то, уже плохо она штампует. Так, вот такую вот пипетку я уже забыла, честно сказать, зачем я ее взяла. Она очень мягкий пластик, здесь чтобы замерять. Вот, честно сказать, в момент, когда заказывала, я забыла. Это было давно, и я забыла, зачем я ее взяла, честно, вот не помню. Для чего было у меня в голове, я не помню. Ладно. И вот такая вот еще. Это патина воск изумруд. Вот, смотрите. Так. Так выглядит. Ну что, 3 воска получается в итоге, 3 пудрочки, 6 алкогольных чернил и 1 восстановление подушечки. Я еще хочу, знаете, что сказать? Хочу еще восстановление кистей, но это вроде, как же их это называют, который еще спрей делает, все вылетело из головы. Люксарт. Так, а это вот что? Спасибо за заказ. Ой, смотрите, мне что-то сложили, топинги. Так, от всей души желаем вам творческого вдохновения, реализации всех планов. Большое спасибо за заказ. Будем рады вас видеть вас снова. Вот, спасибо за заказ. Вот такая картиночка. Кстати, прикольная. Надо распечатать, тоже вкладывать в работу. И здесь мне дали вот такие топинги. Я не уверена, конечно, но я вроде слышала, что Прима такие делает. Типа, девчонки из Прима такие в баночку большую заказывают. Ну, таких вот баночках. Ну, вот, они тут разные. Видите? Прикольно. Ни разу в жизни не использовала, у меня никогда это не было. На них прям, ну, дорого еще на самом деле стоит. И я, в общем-то, ну, не заморачивалась. Хотя с ними работы крутые. Даже бусинки всякие там добавишь, и уже все круто. Так что... Что? У меня, наверное, есть вырубка. Так, сейчас я посмотрю, где это находится в мужском. Угу. У меня есть стесненные штучки. Вот. И можно попробовать сразу же воски. Так, ну вот так, не особо полная баночка, конечно. Вот, сейчас сравню даже, смотрите, да. Ну вот так. Тут по граммам есть. Не вижу. Так, до 24-го года 20 миллилитров.
Так, и третью посмотрю сразу. Вот мне чем-то кажется, что здесь побольше, но может нет. Просто я покупала люксартовские. Так. Ух, я много взяла. Он такой мягенький. Они разные вот по текстуре все. Но, честно сказать, у меня еще есть люксартовские воски и примовские. Вот примус, он такой прям потверже по текстуре. Ну-ка. Но запах ничем не пахнет. Может, еле-еле слабенький такой. Знаете, какой ассоциируется вот, с металлопроизводством? Заводской запах, не знаю, никель, ровка, что-то такое. Вот я просто работала одно время на производстве металлообработки. Вот, и, в общем-то, вот этот запах, честно сказать, надо дорабатывать, потому что вот у меня, честно сказать, неприятные ощущения. Так, вот так выделяет, да. Так, давайте посмотрим вот эту малину. О, а малина засохшая, уже более засохший какой-то. Тут зелененький. А тут какой годности? Сейчас я посмотрю. До 1-го 24-го, а тут до 2-го 24-го. То есть это вот постарее, и он вот... консистенция уже чуть подсохший. Так, ну сейчас посмотрим. Может быть, какую-то даже кисточку надо использовать. Сейчас попробую кисточку использовать. То есть пальцами. Вот жесткую щетину я взяла. Поудобнее, может быть, наносить будет чуть-чуть. Так, ну вот так поблескивает. Надо переход как-то, да, создать один в один. Сейчас вот здесь уже, у меня вот просто первый вот этот мягкий он был, забился, зелененький, изумруд, он забился между узором уже, сильно забился. Вот, так, а этот я попробую, тоже мягенький. Ну, это, конечно, уже так, до 2-го 24-го. Вот смотрите, они вот сроки одинаковые, они помягче. Вот этот уже почему-то засохший на месяц подольше, попозже выпустился и уже засохший. Странно прям как-то, честно сказать. Почему так? Ну, опять-таки, мне как сказали, что и эксперимент My Hobby Coin проводил, замораживал свой материал. Я, честно сказать, не смотрела это видео. Вот, но вроде как можно замораживать. И мне опять-таки в холода все это пришло. Февраль месяц, минусовая вовсю температура. Так, ну вот это мне прям больше нравится. Так, уже что там? Черный в золоте. Но, честно сказать, это мне, скорее всего, я везу темный золото. Черный в золоте название. Так, помощник пришел. Угу. Не знаю, кто теперь вот это вытащить. Тимур, подожди, Марк. Сейчас. Хотелось бы вот растереть вот этот весь изумруд, который у меня излишки попали в швы, так сказать. Ну вот смотрите, вот этот вот темный черный в золоте. Так. Ну можно, да, использовать переходик. Интересно, так вот переливается. Металлические оттенки. Мне сразу захотелось опять работать, какую-то микс-медийную сделать. И, кстати, может быть, использовать вот эту штучку как подложку, как фон для какой-то мужской открыточки. Что такое хочется? Объемный микс-медийный сделать. Вряд ли это у меня пойдет на продажу. Не знаю, у меня микс-медийный редко уходит. Блокноты в прошлом году пошли. Микс-медийные мужские тут купили. Девчонки тоже хотели у меня покупать, их тоже нравились. Ну вот прикольно, да, смотрите. Металлический отлив, все, объемчик появился. Здорово. Так, закрою, да? Можно использовать, тем более у меня уже на исходе. Вот даже сравнивать этот люкс... Так, вот этот вот у меня был. Тоже вот уже идет ходом. Детишки у меня пользуют люксартовский. Очень нравится. Потом я взяла... Так, это у нас тоже люксартовский черный я взяла. Но, честно сказать, что-то вот, смотрите, прям полнёхенькую баночку напихали. Вот, пока я чуть не очень использую. Зря, может, взяла. Ну, или не раскусила пока. Так, и также у меня вот золото уже практически все. Дети у меня очень любят золото. Так, и еще был синий. Голубой. Вот. И вот, смотрите, голубой прям тоже напихали по самую крышечку, но его тоже используем. А вот, а фиолетового было мало. Ну, странно. Хотя вроде громовка заявлена. Так, сейчас я выну подушечку свою. Это я пока в сторонку, да, уберу. Ну, я сейчас сделаю, наверное, скорее всего. Вот моя подушечка. Что, она уж прям практически сухая у меня. Я просто попробовала. Не знаю, как сколько тут наливать. Главное, чтобы не испортить. Так. Ну, а что я ее мыть-то? Как ее? Сейчас, если не получится, то подумайте уже, да, как всегда. Напробовалась. Это я посмотрела видео, я сейчас сделаю еще мыло. Вот, ручной работы. Мне очень это понравилось занятие. Но у меня... Я столько перепробовала. Ну, в общем, караул. Посмотрела видео, я считала, это даже молду испортила. Посмотрела видео, обучающее на YouTube. Вот. И, как говорю, руки оторвать тому мастеру, который это видео запустил. Сказал... что надо молды разрезать, иначе ничего не вынется. Ну, я так и сделала, все свои молды порезала. У меня все это вытекает. В общем, жесть. Так, что? Сейчас я буду фен сейчас достану, да, фен. Потому что что-то щипчики есть. И, наверное, я возьму я. Что? Возьму чиборд какой-нибудь, может быть, на морскую тематику. Скрапики. Чтобы сразу в задании, может быть, использовать. Хотя у меня там мужской есть, ну ладно. Настоящему мужчине. Вот есть чебок такой. Скрапики. Сейчас я попробую, как все это дело работает. И работает ли, когда я вот это все сделала.
Чего там не получается? Ну, честно сказать, мокренькая сейчас стала подушечка, а то она сухая у меня была. Так, все блестит. Ой, ну, когда я капельку вот капнула, значит, надолго мне хватит. Так, теперь мне надо какой-то листик ненужный. А все листики нужные. Да. Вот сейчас я вот такого вот возьму. Я хочу вот... Что я хочу? Я хочу вот такого, конечно, использовать, попробовать. Красивый цвет. А знаете, что вот минус хочу сказать? Баночки узкие. Неудобно насыпать обратно, засыпать. То есть вот если вот такие бы были баночки... Я вот еще посмотрела, когда первый раз заказала. Но здесь я заказ делала из-за чернил, конечно, алкогольных. Вот. Так, все вроде прилипло. Ох, вот сейчас самое такое. Так. Ну, узковатые. Вот они, конечно, своеобразные, как бы сказать, оригинальные. В основном везде большие баночки. Вот, тут тоже сколько осталось дела. Может, как-то их это жалко. Жалко. Сейчас я попробую еще раз сыпать. Или она осыпалась уже у меня. Не знаю. Так. Вот сюда перевожу. А это сейчас еще раз попробую пересыпать. Фен. Так, придержать, чтобы не засыпалось никуда. Запах такой уже пошел специфический. Так, ну что, вот смотрите, блестит. Во-первых, они с глиттером, так поняла. Немножечко вот так вот, да, поближе покажу. А подушечка, к подушечке все действует. Я думаю, может, второй цвет или испортится. Нет, оставлю красиво. Красиво получилось, да, прям вот сделаю работу. Так, вот пока отложу в стороночку. Сейчас еще, значит, запеку что-то. Так, эти уберем. Сколько остается, много. Так, такое вот хочется попробовать. А что за печь? Не знаю даже, что сиреневая такая за печь. Сейчас посмотрим. Мне хочется, конечно, попробовать вырубку за печь. Где? Так, прям долго я, да? Птичку можно попробовать за печь. Тут птички есть. Красивые. Так. Крышечку закрываем. Что такое? Может, это хорошо помахнуть, попробовать? Так. Обратно. Сейчас, секунду. Так, сейчас посушу птичку. Улетела. Горячо. Так, горячо, горячо. Так, ну что, вот так вот красивый цвет получился. Бусинка. Хочется мне еще попробовать, знаете, что два цвета сделать. Не знаю, как получится. Такая вот салфеточка такая есть. Сейчас я ее попробую. В два цвета. Не знаю, как это выйдет, не выйдет. Видела, что делает несколько лет. Надо послойно делать, не знаю, сейчас попробую. Это надо разными слоями. У меня коричневый остался. Шоколад. Может, как раз он не будет. Ну, куда ты застрял? Так. Угу. Шоколад сейчас обратно. Дорожки, да? Наркоманские. Но на самом деле, это не наркоманские дорожки. Это наши босинг. Пудры. Но я думаю, все равно дыхать вредно. Ну, Тимуль, чего там застрял-то? Где ты застрял? Так, попробую побольше так насыпать, чтобы белого не оставалось. Так. Сделаем. Так. Попробуем, как шоколад у меня запечется.
точно. Так, посмотрим. Так вот, запекся у нас шоколад. И бирюзовый, да? Довольно-таки интересно. Тоже, наверное, использую я. Так, здесь уже это убираем. И что еще? Еще мы попробовать алкогольные чернила. Так, это, наверное, нужно сделать на... И вообще, я их не на пленке использую. В основном я их в открытку где-то, чтобы объем придать, использую. Так, пленочку. Попробую кусочек взять в пленочке. Может, даже большой взять, чтобы сразу использовать его потом куда-то. О, я знаю, куда использовать. Сейчас я минуточку найду. Так, вот я делаю альбомчик мужской, уже год его делаю. Так, это бордо. И в форме лампочки. Ну, как не могу доделать. Хотя все, вот, закупила все материалы, сейчас посмотрим. Бордо. Так, ну, довольно-таки похожий вот на оттенок у меня уже были. My Hobby Point. Кстати, не знаю, сколько там. Сейчас посмотрим. Так, я забыла принести алкоголь. Алкоголь сам, да. И забыла перчатки надеть. Сейчас еще минуточку. Так, наверное, на чистый лучше брать, да? Здесь уже, в принципе, покрыто. Сейчас попробую вот здесь. Так. Здесь такой бордо, он, в принципе, как коричневый идет. Свалилось. Надо убрать. Так, здесь как желтенький. Оранж называется. Но они действительно наблюдаются. А, вот такой-то ярче даже. Смотрите, вроде как это видно, нет? А, отличаются оттенки. Бордо и оранж разные все же. Так. Я закрою, чтобы не пролить. Так, это у нас вот такой зелененький. А, зелень лесная написано. Давайте добавим зелень лесной. Прикольный. Так, и коричневый шоколад. Сейчас подсвет полю шоколадом. Плафон это закрыть. Синий надо. Так, синенький. Это у нас невесный. Вот, интересный, да? Так, а что интересно делает алкоголь? Ага, размывает их. Так, это тоже синенький, это синяя роскошь. Сейчас посмотрим. Может, посильнее, да, темнее. Синяя роскошь идет темненький такой. Так, это у нас синее море. Тоже синий. Это же насыщенный цвет такой. Так, вот здесь вообще ничего нет у нас. Так. Ну, опять-таки небольшие, да? И Средиземное море. Опять, ой, я измазилась. Сине-зеленый, то есть бирюзовый такой. Ну, попробую оттереть свою руку. Что проблематично, смотрите, дальше вот так вот зеленка намазывается. Ну ладно. Красота требует жертв, как говорится, да? Что? Вот у меня такой побольше, конечно, такие баночки были. Нет, они поудобнее. Мне так кажется, сразу как-то это выливается получше из них. Так что лучше сразу большими баночками брать, а это были маленькие, как наборчик. По 4 штучки, давайте вот так попробую. Так, вот они текут. А что, коричневых оттенков я хочу добавить, сушки. Наверное, от этого еще добавим. Серединочку закроем. Так, мне кажется, надо все это подсушить дело. Ну что, пойдем. Не знаю, беленькое, чтобы подложить, чтобы больше показать. Вот, смотрите, вот такое вот разнообразие. Ну, кто-то вот делает это все на пленочке. Так, а я немножко по-другому использую. Сейчас покажу, что, да, как использую. А, чисто, чтобы что-то оттенить, да? Вот, например, шоколад возьму, вот на страничке, не знаю, хочется это делать. И вот я так вот, например, в открыточках каких-то вот, честно сказать, вот не очень удобно. Так, и вот делаю такие вот тенюшечки. Подсоки, тени, вот они более какие-то. Сразу детали выступают вперед, идут, а это как тени получается. Вот я так использую, а на пленке я редко. Вот прям, вот, честно сказать, я на них буду переливать. Вот эти малюсенькие, они такие удобные, нет, удобные большие. Это вот сколько тут миллилитров? Я сейчас прочитать попытаюсь. 10, а здесь получается, наверное, 20. 30 даже, вот 30, берите, если что, 30, они более удобные. Вот эти вот прям туго нажимаются, во-первых. Пластик разный. Здесь жесткий, здесь мягкий пластик. Ну вот. В общем, по дизайну все же вот это хорошая штука. Ну, это мои первые чернила. И были первые, а вот эти я сказала, потому что эти понравились, но вот маленькие неудобные. Большие такие. Вот и получается, в общем-то, мы как объем дополнительно создаем цветом, оттенком, да? Смотрите. Так вот выделяется.
Вот такие я вот распаковочка такая сегодня. Камешки я тоже, значит, применять попытаюсь. И все это покажу везде их уже. Всем спасибо за просмотр. Как смотрите, перчатки, сейчас вам хорошо, да это прям как у свинюшки. Все, всем пока. Пока-пока.